состоят команд. То есть изменения есть, но они коснулись двух нижних звеньев Ак-Барса. Позади 5 минут в третьем периоде. Радулов! Гол! Александр Радулов заставляет ЦСКА-арену замолчать. Выкатился в центр, причем сохранил скорость в средней зоне. Заставил защитника пятиться и выбрал отличный момент для броска из-под защитника ЦСКА, уже выбравшись в центр. Бросок у Радулова великолепный и попал здесь здорово в дальний угол над щитком Рейдборна. Ну и я скажу, Адамчук, да, у которого там, чуть ли в этом плей-офф еще не было ни одной заброшенной шайбы. А в концовочке он так разыгрался, разбивался. Передачи начал раздавать. И вот сейчас очень своевременная такая заброшенная шайба от Ак-Барса. И чуть больше 5 минут.